Борьба со стихией снова на повестке дня. Готовность области к зиме обсуждали на совещании в облгосадминистрации. Общая оценка руководителя региона первой встречи профильных служб со стихией удовлетворительна. По заранее утвержденному плану автодорожники заготовили 35 тысяч тонн песка и отсева, почти 3 тонны технической соли. Заключили 43 договора с придорожными объектами сервиса для обогрева людей в сложных погодных условиях. Собираются увеличить это число до 70. На каждое кафе для начала выделяют 200 гривен. Мы договорились с кафе о том, чтобы предоставляют обогрев. Хотя бы там чашку чая там для начала, чтобы человек пришел, мог согреться, выпить чашку чая. Для усиления технической составляющей службе автодорог на этой неделе передадут 2 ротора для борьбы со стихией. Чтобы освободить проезжую часть в городе для расчистки снега от припаркованных автомобилей, с водителями будут вести разъяснительную работу. Определенных, будем говорить, административных функций в этом плане сейчас, к сожалению, нет. Потому что законодательно запрещено, как ранее было, снимать, допустим, госномерные знаки и так далее. Поэтому в основном это только разъяснительная работа, профилактическая разъяснительная работа. Со своей стороны Александр Пеклушенко выступил с социальной инициативой «Помоги ближнему». Пообещал сегодня же перечислить 1000 гривен для будущего сбора средств на питание и обогрев бездомных людей. Руководитель региона считает, эту работу в области надо увеличить в 5 раз.